Месячник чистоты на финишной прямой. В Первоуральске продолжают приводить в порядок общественные пространства. Например, около 400 металлургов собрались, чтобы очистить несколько участков в микрорайоне Корабелка. Наше предприятие активно принимает участие в проведении субботников. И вот с 17 по 30 апреля определено, что разные подразделения структурные в разных частях города проводят субботники. Мы любим свой город, мы хотим, чтобы он был чистым. На субботник вышли финансисты, экономисты, менеджеры, технологи, инженеры, проектировщики и представители других профессий. Все они сотрудники завода управления Первоуральского новотрубного завода трубно-металлургической компании. В районе улиц Комсомольская, Гагарина и Трубников они прибираются ежегодно и в этот раз с радостью отмечают, что мусора стало значительно меньше. В основном это сухая трава и ветки, но попадаются и бытовые отходы – окурки, бутылки, упаковка от продуктов. За пару часов участники субботника собрали 11 тонн мусора. Это несколько сотен мешков. Металлурги уверены, весенняя уборка улиц – это не просто хорошее дело, но и обязанность каждого жителя города. Мы уже не первый год убираем этот участок. Я живу в этом районе и очень довольна, что каждый год вокруг нашего дома чистота и порядок.